Ну что, друзья, мы с Дамиром уже пришли домой. Мы сделали с ним покупочки в Самбери. Хотя кто-то говорит Самбери. Мне нравится Самбери говорить. Я не знаю, честно, как надо говорить правильно. Значит, что я хотела рассказать. Мы с Дамиром возвращались домой, когда из Самбери, из апельсина. Мы увидели, во-первых, пожар. Там загорелось в районе заправки, в районе автовокзала. Загорелась машина, приехали пожарники, проезжал там какой-то поезд, это было все так эпично, тушили пожар и с вертолетов тоже. Вот, сначала с вертолетов тушили, потому что оно опять начало разгораться, приехали пожарники, начали пожарники тушить вот на машине. Вот, и потом, значит, мы поставили, посмотрели это все дело. И вы знаете, когда мы дальше пошли, к нам подошли две какие-то женщины. Одна женщина, ну они вместе шли, и одна женщина пошла вперед, а вторая подходит к нам. У нее в руках деньги. Деньги вот так вот как слегка завернуты были, вот так вот как бумажечка такой вот оторочены. Знаете, вот как есть банковские вот эти вот ленты, да, бумажные, деньги оборачивают. Это просто вот бумажкой в клеточку с тетрадки. И там, значит, ну, видимо, что-то написано, возможно, сумма, которая там находится в этой стопочке. Она, значит, подходит, у нее какая-то вот бумага на руках, какой-то документ, вот, да, бумага только в туалете, как говорила наша паспортистка. Я потом расскажу эту историю.